рады вас приветствовать. Совсем недавно у нас стартовала распродажа растений для открытого грунта. И вас спешим обрадовать. На данный момент у нас более 50 позиций, которые находятся в этом списке со скидками до 50%. Сейчас у меня в руках вот такой вот прекрасный карликовый барбарис Атропурпуреа нано, который со скидкой 35% на данный момент стоит всего 99 рублей. Это очень симпатичный, необычный кустарничек, который прекрасно будет смотреться на каменистых горках, на ракариях и украсит ваш сад. Помимо Атропурпуреа у нас также со скидкой 35% по цене 99 рублей 88 копеек. Вот такой вот сорт барбариса медленно растущего. Это богатель. Небольшой кустарничек, ярко окрашенный бордовый цвет. Сами между собой они немного похожи, но у богатели появляется небольшая каемочка яркого салатового цвета по краю листа. Из такой приятной стоимости раскупаются они очень быстро, поэтому у вас еще есть возможность приобрести себе горшочек и украсить свой сад такими замечательными барбарисами. Дальше у нас как раз сейчас отличная акция. 35% и тоже очень приятная цена, 99,88 копеек по карте. Супер популярный барбарис Red Chief. Он считается любимчиком у ландшафтных дизайнеров, у садоводов. Очень быстро разрастается, образует большой красивый фонтанообразный куст. Прирост за год до 20 сантиметров, очень красивый, бордовый. Украшение любого сада считается прекрасная живая изгородь, с ним получится. И очень приятная цена. Также немного больший кустик. Вот такой шикарный пушистик. Стоит всего 175 рублей. От первоначальной цены у нас получилась скидка на него 50%. Очень красивый, пушистый, яркий кустик также станет украшением вашего сада. Довольно бюджетный вариант. Сейчас можно приобрести у нас в садовом центре. Обзор растений в распродаже с нашего торгового садового центра. И сейчас хочу вам представить тую брабан, туя западная брабан, которая также у нас по спеццене идет 80-90 сантиметров 598 рублей. И метровые туйки вот такие вот высокие, шикарные, 698 рублей. Разница между ними по высоте и 100 рублей. Каждый для себя может выбрать необходимую по высоте, по компактности, выбрать туйку, какая ему понравится. По зимостойкости туи очень высоко зимостойкая. У нас они прекрасно зимуют. Первые два года желательно укрывать растение для того, чтобы оно акклиматизировалось, адаптировалось и спокойно прижилось. Но даже без укрытия она может спокойно перенести зиму. Кто, если бывал у нас в нашей фотозоне возле нашего входа в торговый центр, где расположена машина, у нас там растет как раз таки туя брабант. Она была посажена в прошлом году, прекрасно перезимовала и очень хорошо далась зеленую массу. Смотрится очень симпатично, как в качестве живой изгороди это идеальный вариант. Она легко стрижется, ей можно придавать различную форму. Сама по себе у нее форма более раскидистая, но если их посадить несколько вместе, можно создать даже геометрические формы и либо в естественный рост пустить.
и чтобы они, разрастаясь, создавали красивую живописную зеленую стену, отгораживая от взглядов соседей и от защищая нас от различных внешних некрасивых пейзажей. Поэтому очень выгодно приобрести вот такую куйку, потому что растет она очень быстро, прекрасно прорастает, прекрасно зимует и очень неходлива сама по себе. Друзья, у нас была очень хорошая новость. Вот такие замечательные, роскошные куи с марак колоновидные. У нас сейчас скорость продажи 40%. Средняя цена у них составляла 12 990 рублей. Сейчас у них стоимость 7830 рублей. Это просто подарок. Вот такое дерево может стать шикарным украшением в саду. Сразу же преобразит ваш участок как одиночной посадки, так и групповой, так и в виде живой изгороди. Можно их посадить несколько в ряд, и готовый забор, скрывающий вас от взглядов соседей, уже готов. Очень морозостойкий сорт куи, красивая, правильная колоновидная форма, здесь несколько столиков, высота более 2,5 метра, прекрасно зимует, неприхотливая, она не выгорает весной, для сада, для дачного участка, дворя. Шикарный, особенно за такую низкую цену подарок. Не сбивайте, осталось их всего несколько штук. Ждут своих новых хозяев, приезжайте в наш садовый центр. Участков для каменистых горок, для различных ракариев или просто как солитерного дерева на газоне. По новой стоимости со скидкой 38% она 1049 рублей. Сейчас у нас идет симпатичная, правильная колоновидная форма у нее. Прирост очень медленный за год. И сама по себе она уникальна тем, что у нее беловато-травянистый цвет хвои. Она очень нежная, мягкая, приятная на ощупь. Сама по себе неприхотливая и прекрасно украсит уголок сада. Как в одиночном местоположении, так и в группе с другими растениями. Растение по максимальной скидке в распродаже. Сосна обыкновенная главка, шикарное дерево за 5450 рублей. 50% от первоначальной стоимости стоило вот такое дерево 11 тысяч рублей. Украшением сада станет 100%. Прекрасно впишется в любой сад, в любой участок, как солитерная группа отдельно на газоне будет прекрасно украшать участок, как и в композиции на каких-нибудь каменистых горках, даже на ракариях или просто в естественном пейзажном стиле. Прекрасно будет сочетаться. Форма у него естественная у сосны. Это дерево очень засухоустойчивое, не боится прямого солнца, можно сажать ее на открытом участке. В тенистых местах она станет более темного окраса, у нее хвоя колючая, хвоя очень длинная и очень приятный аромат. Настоящее дерево, как в лесу, очень красивое дерево само по себе, неприхотливое и устойчивое в наших условиях. За такую стоимость это очень шикарный подарок. К тому же, что приживаемость у деревьев данного вида очень высокая. Зимуют они в наших условиях прекрасно, и в взрослом состоянии даже не требуется укрытия.
приобретать их. Осталось всего 8 штук за 5450 рублей. Это очень выгодное вложение. Прекрасное растение для вашего сада. Это вот такая елочка, ель сизая коника. Обыкновенная ель, которая устойчива в наших условиях. Сейчас по акции она всего 85 рублей стоит. И довольно-таки приличный вариантик для украшения сада, для создания даже какой-то аллейки из елочек, для также создания изгороди можно сделать из таких елочек. Прирост у нее довольно-таки быстрый, за год вырастает до 10-15 сантиметров, в возрасте 10 лет достигает более 3 метров, устойчивый сорт, цвет у нее в фойе насыщенно зеленый, сам по себе неприхотливая, газоустойчивая и подходит для зеленей практически любого участка, любой формы и прекрасно будет смотреться. Цены у нас оптовые, я называю. Напоминаем, что в июле у нас действует акция «Счастливые часы» с 5 до 8 часов вечера. Вы можете приобрести любое растение, в том числе по распродаже, по оптовым ценам. Для любителей кустарников сейчас у нас по распродаже входит наш топ. Вот такая прекрасная калина. Сейчас она со скидкой 50%, стоит всего 125 рублей. Очень неприхотливый кустарник. Прекрасно разрастается, зимостойкий, цветет в начале июня большими пышными шапками, очень симпатично смотрится в неестественной форме на участке. Можно использовать ее в качестве живых изгородей, где-нибудь в углу участка посадить, она дает довольно-таки быстрый рост за год и образует пышный красивый куст. Осенью или ближе к осени начинает лист окрашиваться в оранжевые оттенки, в красноватые, и куст становится очень красивый, яркий, чем также придает сегодня красивую такую нотку саду и украшает ее сам. Поэтому приобрести можно растение, опять же, всего за 125 рублей. И довольно быстро получить желаемый результат. Она легко поддается стрижке, и либо можно ее естественно поставить. Довольно симпатично будет смотреться на участке. Еще одно растение по распродаже. Это спирея Энтони Баттер. Вот такая, вот такой кустик симпатичный. Цветет ярко-розовыми цветами. Растение шаровидной формы, невысокое само по себе, до 70-80 сантиметров. Прекрасно подходит для украшения дорожек. Можно высадить ее аллейкой вдоль дорожек. Она образует такие красивые плотные шарики. Довольно-таки быстро разрастается и цветет практически до середины лета. Очень красивыми ярко-розовыми цветами. Сейчас по акции с 50% скидкой стоимость такого горшочка всего 72 рубля. Да. Очень выгодное приобретение, к тому же, что смотрится в осеннее время, сам по себе кустик тоже очень симпатично, краска меняется до темно-красного, до оранжевого, и такие осенние нотки начинают присутствовать в листве. Будет смотреться очень шикарно в саду. Приезжайте в садовый центр, приобретайте растения по нашим скидкам. Сейчас это очень выгодно сделать. Растения все меньше и меньше остаются. Очень быстро разбираются с неприятным ценам. Вы еще можете успеть украсить свой сад и создать ландшафтный модуль из тех растений, которые мы предлагали вам в нашем видеообзоре.